Ола амигос, на связи Матвей. Да, сегодня я хочу вам представить вторую часть самых крутых промокодов Black Rush, которые появились после последнего обновления в нашей игре. Недавно я уже делал об этом видео, но поверьте, промокоды в этом видео намного лучше, чем были в предыдущем, и еще намного лучше, чем были в предыдущем. В общем, на всякий случай ссылочку на плейлист с моими видео про промокоды в Black Rush я оставлю в правом верхнем углу, кому будет интересно, обязательно оцените. Ну а так, не буду ничего больше говорить про сегодняшнее видео, не хочу портить вам интригу, так что давайте поскорее начнем. Ну а перед тем, как мы начнем, если вы впервые на моем канале, если вы так же, как и я, играете в Крампа Мобайл Блэк Раша, обязательно оформите подписку, тут вы сможете найти, возможно, лучший контент по нашему Крампе во всем СНГ. Ну а если вы по каким-то причинам до сих пор не играете в это лучшее Крампе во всем мире, то, ребят, я вас вообще не понимаю. Да, именно сейчас пришел тот самый момент, когда вам стоит скачать Крампа Мобайл Блэк Раша к себе на Android, благо эта игра великолепно оптимизирована и ее тянет даже самый древний Android. Установка от вас требует не более 2 кликов и займет не более 1 минуты. А игры вам хватит хоть на всю жизнь. Не все же время играть только в один Fortnite, надо иметь какое-то игровое разнообразие. А Крампа Мобайл Блэк Раша великолепный вариант, чтобы расслабиться после напряженной игры в Fortnite Arena, ну или просто поугарать вместе со своими друзьями, тут так тоже можно. Ну а если именно ты хочешь поиграть в Крампа Мобайл Блэк Раша вместе со мной, то обязательно добавляйся в нашу беседу, группа канала ВКонтакте, ну или на наш Дискорд сервер, там ты сможешь найти меня. Мы обязательно спишемся и обязательно вместе поиграем. Я, кстати, играю на Лайм сервере. Может быть, даже подкину немного денег, люблю радовать своих подписчиков. Также теперь не стоит забывать, что я читаю именно 3 пользователей, которые первые оставили комментарии под последним видео. На этот раз огромное спасибо Муншейку, Сейдену и Седан Ченнел. Очень рад, что смотрите мои видео первыми. Также не могу не попросить вас поставить лайк авансом на это видео. Поверьте, вещи, которые вы получите за данные промокоды, точно стоят того. Надеюсь, вы меня поняли и наконец-таки предлагаю перейти к сегодняшней теме. Ну, во-первых, хочу начать с того, что промокоды, которые вы услышите в этом видео, вышли с новым обновлением в нашем Крампе. А все промокоды в игре, которые вышли с новым обновлением, являются необычными и сильно отличаются от тех, которые были ранее. Раньше, когда ты вводил промокод, ты прекрасно знал, что тебе за него дадут. Какой-нибудь Гелендваген или Мерседес, и ты прекрасно знал, на какое время оно тебе выделено, на 3 часа, на 4 или на 7. Но новый промокод устроены совершенно по-другому. В их основе лежит рандом, и они могут тебе выдать рандомную вещь на рандомное время. Обычно это ограничивается только типом вещей, например, машины, украшения, скины и тому подобное. Также такой фишкой, то есть рандомностью, приукрасили и уже прежние старые промокоды. Например, прежний промокод А4 раньше давал приору на 3 часа использования. Причем не 3 часа с момента активирования данного промокода, а именно 3 часа использования данного автомобиля, то есть время, пока ты его используешь, пока ты на нем катаешься. Но теперь есть шанс, что из этого промокода тебе выпадет приора не на 3 часа, а на все время, то есть это будет уже твоя полноценная машина, которую ты можешь продать. Но это что касается старых переделанных промокодов. Давайте поговорим о каких-нибудь новых. Например, есть такой замечательный промокод из 3 букв, который называется DEF, и за него вам могут дать рандомную машину низкого или среднего уровня и при этом на разное время, на 3 часа, на 7 или навсегда. Предугадать, какой тебе автомобиль и на какое время он тебе выпадет, невозможно, так что обязательно используйте данные промокоды и пишите в комментариях, какой автомобиль и на какое время вам выпал. Также из новых промокодов могу отметить один, который похож на один предыдущий, но звучит немного по-другому. БРВК, за него вам дадут любую тачку из любого автосалона на абсолютно любое время. Вот этот промокод, конечно, честно говоря, меня очень сильно удивил, вообще какой-то дикий, то есть вы просто представляете какой-то лютый рандом, чтобы тебе выпала какая-нибудь ламба при этом навсегда. Короче, не знаю, сам еще не узнал, обязательно завтра зайду в наше КРМП и обязательно попробую ввести данный промокод, потому что очень сильно интригует вот этот вот момент, что же тебе все-таки выпадет. Я считаю, что разработчики правильно сделали, что ввели такой рандом
знакомый интерес к данным промокодам, потому что раньше было вообще особо неинтересно, то есть просто берешь промокод, вводишь и прекрасно знаешь, что тебе за него дадут. Но вот сейчас я готов вводить данные промокоды даже просто так, мне вот реально интересно, что же может из него выпасть. Также под конец хочу напомнить, что данные промокоды действуют абсолютно на всех серверах, и вы их можете использовать только поочередно. То есть закончился один промокод, и только после него можете использовать другой. Но это работает только не в том случае, если вам выпала вещь навсегда, тогда можете сразу же вводить после этого другой промокод. Надеюсь, вы меня поняли, и пока что у меня для вас это все. Огромное спасибо за просмотр этого видео, если вы досмотрели этот ролик до этого момента и до сих пор не поставили лайк, обязательно сейчас же это исправьте, я старался. Также обязательно после просмотра этого видео зайдите в КРМП Mobile Black Russia и проверьте все промокоды из этого видео, и обязательно напишите после этого в комментариях, что же вам выпало, будет очень интересно узнать. Ну а по традиции, с вами как всегда был Матвей, hasta luego.